змея явилась. Грейс забрали за ее грехи. Нет, она утонула. Господь присмотрит за ней. Там видели то существо? Там что-то есть? Это я и пытаюсь узнать. Я разузнала. О мифическом звере? Не мифическом, он реален. Нет, змея — это выдумка, это признак времени, в котором мы живем. Вы против прогресса? Я скорее поверю в существо, которое люди видели, чем в невидимого бога. Это кощунство? Уилл не осудит вас, как бы вы ни старались. Сейчас всем немного тревожно. Заприте двери и молитесь! О, вы хотите понять, узнать правду? Следуй своей страсти. Лучше не скажешь. Я боюсь. Он в нас. Мы принесли это. Что это? Про Эссекс нужно забыть, чтобы ты вновь стала собой. Вы будто влюблены в нее. Как и все вокруг. Я напугала их. Не вы это начали. Они не подвластны нам, но влияют на нас. Эту женщину искусил змей. Да, эта женщина съела плод и вкусила зла. Да. Они обвиняли меня, а вы молчали. Я их пастор. Вы не можете быть мне другом и пастором? Я не могу ясно мыслить рядом с вами. Не моя вина, ваша слабость. Любовь не слабость. Я думаю, эссекский змей и вас запустил свои когти. Все мы живем с сомнением и страхом. Пришло время нам собраться. Не бойтесь, чем глубже мрак, тем ближе к нам его свет.